Доброе утро, друзья! Это пятый день недели моды в Москве. И мы тут немножко играем. Рита, холодно, холодно, теплее, 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 горячо. А вот он, самый горячий показ. Это, кстати, Estelle, и он помечен звездочкой. А почему, Паш? Потому что ни один из косметических брендов в мире ничего не делал подобного. Это показ от арт-команды Estelle совместно с дизайнером. С дизайнерами из Петербурга, Стасом Лопаткиным и Лилией Киселенко. Ну и, конечно, наше внимание не могли не привлечь показы Елены Теплицкой и Сергея Сысоева. Идем смотреть показы. Да, хочется быть ближе к моде вместе с вами. Погнали! Вот собираем волосы в хвост, начесываем и прикладываем туда вот такой вот валичек. Это должно быть выглядеть объемно и очень гладко. Прическа важна вот в чем. Когда мы собираем все наверх и потом делаем вот эту вот замечательную бобетту, то девушка автоматически выпрямляется и держит себя. В последние дни на неделе моды традиционно представляют уже признанные мэтры. Вот один из таких мэтров – это Елена Теплицкая. Ее коллекции всегда, так же как и ее показы, очень атмосферные, яркие и больше похожи на шоу. Чем меньше дней остается до конца недели моды, тем длиннее становится очередь на показ. Вот эта толпа за мной ждет показа дизайнера Сергея Сысоева. У нас такой русский манер, скажем так. Здесь есть такая челка на бок, и она потом очень гладкая, вы знаете, как у матрешек. Низкий хвост. А это как заключительный штрих к русскому образу. Мне кажется, это как никогда актуально. Заплетала реку в косы. Компания Estelle старается сотрудничать с фэшн-индустрией очень плотно. Тут такой городской стиль, немного такой расслабленный и удаленный. Мы создаем объемные прически, которые показывают определенную сказочность в нашей коллекции. Общий объем виден, да, а при рассмотрении видно, что это очень сложная прическа по созданию. Гравитация была ли замечена в показе? Ну, я думаю, да. Просто прибила к месту, вообще прическами неимоверными. В подаче цветов, в подаче материалов. Прически просто нереальные. Конечно, ребята поработали очень хорошо. И что, мужские образы, что женские? Супер! Рит, вот скажи, пожалуйста, чем тебе запомнился пятый день недели моды в Москве? Мне он запомнился моим прекрасным платьем. Не знаю, от какого дизайнера. А тебе, Паш? А мне было приятно, что в показе «Гравитация» юноши ходили в таких же штанах, как у меня. Друзья, все было классно, а завтра будет еще круче, потому что завтра последний день недели моды в Москве. Ура, пока!